Добрый день, друзья! Приветствуем вас 15.04.2019 года. Полмесяца прошло уже. Ребят, уже чуть-чуть осталось и лето. Как минимум на полмесяца мы стали ближе. У нас сегодня ветер, солнце продувает здесь. Очень красиво сейчас. Вот только что подходили подписчики, поздоровались, сказали, нас постоянно смотрят. Очень приятно. Здесь на набережной начали разбирать зачем-то эти ограждения. Не знаю для чего. Мы сейчас пойдем посмотрим, что там происходит. А также побываем вот в квартире на 40 лет Победы в этом доме. Там сейчас проживает одна из наших подписчиц. И хорошего отдыха. И посмотрим, как она там обустроилась, какие виды открываются у нее из окошка. И, кстати, эта квартира сдается. Она свободна со 2 августа по 16 августа. Цена 3000 в сутки за квартиру, не за человека, а максимум 4 человека заселения. В общем, если вам это интересно, обращайтесь. Мой номер телефона есть под каждым видеосюжетом. Так, мы заехали в гости на 40 лет Победы. У нас тут видно отсюда, что снимают набережные, заборчики. Нас вот встречают, хотя просто ручки помахают. Всем привет! Вот. Свет, услышали, что Света голодает на эфире, разрешили ее подкормить чуть-чуть. Такая красота, ребят, просто можно залипать. Во-первых, как работают люди, я не знаю, с чем это связано, что они снимают, разбирают, может, просто подкрашивают. Я подойду, спрошу, поинтересуюсь этим моментом. Вот так вот выглядит кроватка. Сказали, что им по видео понравился самое больше всего именно вот этот набор, им пользуются. Да. Так, ну, теперь посмотрев, какие виды там открываются, давайте выйдем на набережную и глянем, что у нас здесь интересного происходит. Видим, что здесь разобрали саму набережную, так сказать, ограждение убрали. Сейчас можно, разбежавшись, прыгнуть со скалы, что ли. Наверное, производят лакопокрасочные работы, потому что она довольно-таки сильно проржавела. Вот можете это все видеть. Вон, краска облупляется. Этого хватило всего лишь на один сезон. Обещали, что она будет чуть ли не вечная. Вон, краска, видите, облупливается. Ее снимают, наверное, будут зачищать и красить. Вон, бригада работает по обработке. И сейчас вот такими местами можно случайно вывалиться. Но я думаю, что такого происходить не будет. Но у меня есть другая возможность показать вам красоту анапских маков. Как вам такой вид? Вот оно море. А вот они. Забивается стабилизатор. Попробую снять. Их пока... ветер мешает, конечно. Над маяком. Только что было. Ну а теперь пойдем прогуливаться все-таки туда, к морю. Сзади меня какая-то музыкальная процессия. Прогуливаться Светик уже убежала. Одинокий голубь. Бедный, несчастный. Сидит, ждет, пока его с семечками покормят. А сегодня мы пойдем не на 40 лет Победы, пойдем на деревянный спуск, который находится за морской академией ФСБ. Отсюда мы видим Тургеневский спуск. Еще также там он более оборудованный. Если вы идете с детками, то я вам советую туда ходить. Света возмущалась, говорит, не хочу здесь идти, тяжело спускаться. Но я вроде бы убедил. Красота. Хочу еще вот о чем сказать. У нас Светлана решила бросать пагубную привычку курения. И у себя будет на канале об этом озвучивать. Так что поддерживайте ее, потому что это на самом деле классное решение и очень тяжелое. Смотрите, летят, летят. Вот сейчас такой подъем воздуха идет. То есть для парапланов самое оно. Я думаю, в скором времени мы увидим их пролетающими над Анапой. Ну вот она, собственно, виновница торжества по бросанию сигарет в море. Да. И что? Ты испугалась каких-то пацанов? Смотрите, у нас уже лох серебрист. Давай, давай, давай. Там же маки, я хочу его с тобой. Разве чтоб ты первый его увидел. А я уже сфотографировал маки, чтоб ты знала.
Там, где набережную разобрали сзади, там прямо на обрыве красивые маки росли. Вот видите, она идет в кроссовках. У меня что-то заваливается очень сильно горизонт. И вот оно, солнышко выходит и дает нам очень красивые цвета. Вот он, один мак нашел. Ждите мою фотографию в Инстаграм. Честно, будет красивее, чем у нее с одним маком. А еще мне вот впереди нравится вот это хитросплетение деревьев. Тут они так красиво, как в нору ныряешь. Я много раз это место фотографировал. И каждый раз, как в первый раз. Да, я просто не под ноги смотрю, а в камеру, что снимаю. Потому что очень красиво. Здесь вот такие скалы вокруг. Мне нравится этот спуск. Единственное, здесь очень много камушков. Наша подписчица, кстати, вот, которая отдыхает в квартире, говорит о том, что ходит именно на этот спуск. Иногда, ну, тоже, говорит, кроссовочки, в принципе, удобно, быстро. И, ну, 3 минуты вы на море. То есть, можно сказать, идеально. Но сложный спуск, друзья, то есть здесь, так сказать, тяжело спуститься, но быстро. К лету, я думаю, в принципе, возможно, от камушков почистят скамеечки, будет полегче. Видите, водичка подтекает. И за счет того, что водичка подтекает, бывает скользко. Также есть кое-какие вот упоры. Здесь вот домик снесли, который раньше был. Давай. И вот Света говорит, плохой пляж. Но здесь, если брать все каменные наши пляжи, вот между деревянным спуском и тургеневским спуском, один из лучших, так сказать, пляжей на каменном пляже, потому что хороших спусков у нас до Малой бухты, наверное, в принципе, нету, до пляжа Малая бухта, потому что там лестнички в воду спускаются, но здесь вот более-менее такое что-то галечное представление. Все, Света справилась, я за ручку провел. Как, кстати, смотрится моя куртка на ней. И мне, кстати, сказали, что я прям подхудел по сравнению с тем моментом, когда приезжал заселяться. То есть наш подписчик за 15 дней. Я вот только начинал тренировки свои. Просто фантастика. Как вам такие виды? И давайте глянем теперь на Юрину гору в обратном направлении. Выглядит тоже очень хорошо. Я последний раз там сидел, мы слушали шум моря. В этот раз, наверное, сядем где-нибудь вот здесь. Видите, как волны набегают. Давайте посмотрим, какая вообще температура воздуха у нас. Классно, да, когда солнце выходит, вообще ощущение? 14,7. Машина наверху показывала 13 градусов. Здесь, видите, мы спустились ниже и гораздо более благоприятно стало. Селфи делают. На фоне горы. Красивая. Нравится мне этот пляж. Прибавить, не прибавить. И вот как только солнышко выходит, и здесь нет такого сильного ветра, здесь прям как в духовке можно поджариваться со всех сторон. Так. Теперь надо найти место, где я буду сидеть и смотреть на море. А вам, друзья, огромнейший привет, ваши города. Хорошего настроения. Заканчиваем грустить немножко. Давайте наслаждаться природой вокруг нас. Тем более, каждым днем все ближе майские праздники. Мы сегодня сюда пришли, здесь действительно стало во много раз чище, чем я был в последний раз здесь. И море с такими шикарными волнами, это просто ферия. Ферия радости, брызг и настроение. Также есть, кстати, в июле место немножко здесь еще, по-моему, пару промежутков. Там по 3-5 дней, если кто-то хочет приехать на эти промежутки, тоже пишите мне. Буду рад вам уступить эту квартиру. Также еще 2 квартиры во времена года. Есть 1 квартира на Тургенева 190.
И есть еще некоторые варианты по ЖК Кавказ. Так что, если что, обращайтесь. Вообще, в принципе, по любому виду жилья я вам дам 100% гарантию, если забронируете, что вас никто не обманет и не кинет меня. Брат Джанни занимается всем видео, то есть любые места вам подберет. Будьте аккуратны, потому что сегодня вот прямо в прямом эфире мы нашли еще одних мошенников, которые у людей выманивали деньги. То есть позвонили хозяевам жилья, перезванивают. Они говорят, нет, мы таких женщин не знаем, которые требовали прямо вот именно сейчас резко заплатить за бронь. Поэтому будьте всегда внимательны и аккуратны. Ну а теперь наливаем напитки поприятнее и наслаждаемся нашим черноморским побережьем. Как это красиво просто! Вот стою и просто сам смотрю на этот фон сзади себя. Тучка висит, Юрина гора. Если это не заслуживает лайка, то, блин, я тогда Наполеон. А вообще действительно пришел на поле. Вот, да? Не, мы на пляж пришли. Все, наслаждаемся. 13,7 немножко. Такая красота у нас прямо здесь происходит. Все, лучики солнца, лучики добра в наши. Из нашего Черного моря просто от души. Ребят, привет вам. И хорошего настроения. Пускай все ваши мечты сбываются, вы никогда не болеете. И море будет с каждым днем все ближе к вам. Ведь лето не за горами. Всем пока-пока, с вами была семья Заровских. Надеюсь, было интересно. Деревянный спуск в городе курорте Анапа на один из каменистых пляжей. Потому что многие удивляются, в Анапе есть каменные пляжи? Есть. А кто-то смотрит наоборот, в Анапе есть песчаные пляжи? Есть. В Анапе, как в Греции, все есть. И у вас есть такая возможность тоже побывать здесь и ощутить это все на все 100%. Где бы вы ни отдыхали, главное делайте это с душой, чтобы потом зимой вспоминать о каждом мгновении восхищения.
Пока-пока.